Привет всем, меня зовут Дмитрий, вы на канале Panda Play, мы продолжаем играть в Trader Life Simulator, и, соответственно, во вторую часть хочу заметить, не в первую. Я вот сел такое время, 6 утра, и думаю, на работу мне через полтора часа идти. Я такой думаю, блядь, надо записать видео, а что делать-то в 6 утра-то, в конце концов? Думаю, надо посмотреть, что, ну вообще, типа, вот у меня же есть статусы разные всякие. Грязность там, поесть, попить, по это бладер, ху его знает, что это значит. А чисти блейдер, используй туалет. А, это в туалет как раз сходить, я понял. Вообще, он, ну, он, у него есть какие-то потребности у этого персонажа нашего главного, и все дела. А, в той части игры, первой, и там все было, типа там толчок был дома, можно было сходить, поссать, и все, и было бы здорово. А здесь нет ни черта, здесь типа вот на, вот тебе игра, вот, вот тебе комнатух тебе пустых наделали. Делай, что хочешь, дальше сам, как-нибудь. Вот, а мы сами, что мы сами, блин, у нас 558 долларов, мы ничего купить даже не можем на эти деньги. Погнали, значит, побибикаем. Я на записи видео заметил, что у меня вот тут вот зеркала аж плывут. Я не знаю, в связи с чем это происходит, ой-ой-ой. С чем это связано, потому что он, видимо, так сглаживает, что ли, или синхронизация вертикальная такой эффект дает. Никто не знает. Open for customers. Мы идем с тобой, знаешь, куда? Вот мы идем с тобой. Толканат реально нигде нет, да? Погоди, а может быть, вот он вот здесь, типа, как бы в магазине? Нет. Ух. А здесь люди есть. Везде ходят. Просто попеть. Так, полкана нет нигде. Значит, смотри, мы с тобой сейчас сгоняем. Не сгоняем. Вот удобнее было бы сделать, конечно, таблетку себе на таб. Зачем мне на ку нажимать для того, чтобы планшет открыть? Непонятно. Знаешь, что я хотел посмотреть? Я не хотел на ку нажимать. Эй. На М-ку хотел посмотреть, что вокруг меня вообще есть. Полицейские, клиника, пекарня, meat factory. Так, used furniture, new furniture, equipment, car mechanic, bank, gas station, electronics, jabbershop, houseware, fashion, car shop. Посрать можно где-нибудь сгонять? Просто вот я вот честно спрошу. Реально нигде вообще вот, ну, нет такого магазина, чтобы можно было там сгонять по делам по своим. Рядом со мной, с магазином, есть used фурнитура. И давай мы туда сгоняем, посмотрим, что там есть. Потому что, ну, толкан-то нам в любом случае нужен, необходим, я бы сказал. И подмыться тоже желательно. Хочу заметить, нельзя, скорее всего, купить раковину. Которым можно было бы... Ой, куда поехал? Которым можно было бы мыться, и в которую можно было бы одновременно ссать, потому что это было бы нечестно со стороны игры нам такую эту фишку давать. Остановись, пожалуйста. Да остановись ты, ёб твою мать! Ну что ж такое-то? Я нажимаю на тормоз, он останавливается, отпускаю тормоз, он дальше едет. Привет, дядя. Вы откуда такого... Офигенно, зарплата, конечно, списана, сотка в день, просто сотка в день, зарплата, это что за зарплата такая? У вас трава в магазине растет, это нормально вообще? 75 буй и 35 буй. Так, ну, как бы, вопросики-то имеются, конечно, к таким, к качеству, к такому этих товаров, но ванна в целом, знаешь, такая, типа, ну, жива еще. А вот, вот это вот не особо прям такой живой, но тоже вроде чистого белого цвета почти что. Так, это у нас что такое? Это Old Фридге. Фридге. Фридге мне не нужен. Фридге мне зачем? Мужик, у тебя тут дверь в никуда. Смысл ты стоишь рядом с телефоном? Что, звонить кому собрался, что ли? Пойдем. Как мы с тобой сейчас поставим все это в магазине? Можно же это в магазине будет поставить? Просто если это нельзя будет в магазине поставить, так это вообще зачем магазин мне такой нужен? О, будильник, прикинь, звонит. Да проснусь я сейчас, проснусь, бля, я уже не сплю, а полтора точно. О, нифига себе, какой у меня маленький туалет в руках.
Да, представляешь, такой вот маленький туалетик у меня остался в руках. Лежит такой вот в руках. Оп. Это типа должен был быть склад, но мы с тобой понимаем прекрасно, что склад это склад, а нам такой не надо, нам надо вот толчок поставить в магазине, потому что до дома, блин, мне вообще несподручно ездить. Рынок нахуй. Так, и ванная. Нет, не ванная, а ванна, потому что ванна это ванна, а ванная это комната. Так. Слушай, такой умный ты взялся. Так. Да почему? Жебенский, да? Вообще, вот, умно. Самое главное, это беспроводной душ. Это круто. Так, и терак. Я помылся. Я покакал. Блин, извините, пожалуйста. Но это вообще шикардос. Просто шикардос. У меня теперь есть... где мыться, где ходить в туалет. Единственное, чего у меня нет, это вода, еда. Ну, здоровье-то у меня как бы нормальное, потому что я как бы ничего не грешил нигде. Так, complaints. Потато чипсы, апель, фруктовый сок, йогурт белковый, летучий кто-то там и песочные печеньки или торт. Так, ладно, пойдем попробуем купить себе стеллажик. Где стеллажик? Где продается-то вообще стеллажик? Стеллажик-то вот он. Это надо к жаберу ехать сначала закупаться. Вот это что такое? Электроника. К жаберу сначала закупаться, а потом ехать за стеллажом. Правильно? Сколько времени? 6 минут. Мы с тобой будем записывать сейчас получасовые серии. Пока у меня нет возможности записывать так долго. Потому что весь в делах, весь в делах. Все-таки, ну... важный человек. Поэтому мы с тобой пока что по полчасика записывать будем. По крайней мере, сегодня. Хотя бы эту серию точно полчасика. А там уж посмотрим, что получится, что не получится. Да-да. Блять! Я думал, сейчас в кювет улечу. Если это возможно, конечно, то я бы улетел. Да, я бы это сделал сейчас. Собрание какое-то опять здесь. Чуваки вообще красавчики. Ой, да остановишься ты или нет? Сейчас, 5 секундочку. Я просто параллельно завтракаю еще. Так, кстати, жабер изменился, мне кажется, он другой был совсем. Песочное печенье мне нужно. Песочное печенье, это у нас вот здесь вот где-то должно быть. Не то, это кафетии. Типа вот тут вот где-то. С потето-чипсы мне нужны. В смысле? Они ж все, блин, потето. Просто они, это самое, как бы с разными вкусами. Неужели у вас здесь есть просто еще и потето-чипсы? А он же нужен был, да, потето-чипсы? Потето-чипсы, вот они. Странная херня какая-то. Вот, типа, вот потето-чипсы. Чипсвей, просто разные вкусы. Странная херня. Может быть, стеклоочиститель, блин, рядом с едой лежит. Кто ж так раскладывает-то? Или же под это чипсы можно... Может вот. Чизи чипс. Вот они, потето-чипсы, вот они. Забыл, что еще надо было покупать. Ёлки-палки, что за жизнь такая. Так, сэндкейк. Пианут бутер. Это, короче, этот... арахисовая паста. Пианут бутер, блин. Тут раскладка такая, как в пятерочке. Как поменяют, блин, вот эти вот перерасположения разные. И все. Высокая цена. Нет, тогда не будем покупать. Не будем покупать... Мак энд чиз. Бля, я опять забыл, что покупать надо. Сэндкейк. Томата. Банана смузи. И йогурт. И яблоки. А яблоки-то где у тебя продают, дружок? У тебя нигде, я так понимаю, да? Это надо вон туда на базар ехать.
А почему у тебя тут яблок нет? Ты же ведь джабер, елки-палки. У тебя здесь всегда все продавалось. И дуршут. Понял. Значит, давай посмотрим, у тебя просто этот, как его называют? Печеньки песочные. Или торт песочный, как он там называется. Может, это вот это вот? Это пиза. Спайси фриз, крем-чиз, бутер, страубери йогурт, йогурт. Айс кофе, вет йогурт. Но он в холодильнике должен храниться. Это мне так не нравится. Огурцы без заливки даже почему-то. Странная хуйня какая-то. Сугар. Это мне вообще не нужен. Чизи милт. Стоп. Спонж. Паста. Пинут бутер. Бисквит. От флейкс. Не знаю, что такое. Спагетти. Кукисы. От кукис. Милк кукисы. Шоколад кукисы. Берри кукис. Сэндкейк. От анон. Еще и цена отличная. Так, и давай посмотрим, что еще можно здесь взять такого, чтобы, ну, типа, можно было бы продать и чтобы можно было бы купить. Багуеты. Багуеты это, блядь, в подвете надо покупать, как ее называют. Рядом в лавке. Фруктовый сок, вот. Фрукт-джуз купим. Бля, где он здесь продается-то? Фрукт-джуз. Ну, вы чего, блин? Фрукт-джуз-то где? Елки зеленые. Он же должен быть, типа, вот как-то вот... Рядом с водой стоять, что ли, я не знаю, но... Это доги еда, я не знаю, это типа не для людей совсем. Это доги. Доги. Сода ботл. Сода кан. Кола ботл. Берри сериал. Неужели сложно было нормальную раскладку сделать? Еда, блин, консервированная. Вот расположен только вот тут вот. Вот, знаешь, вот на вот этих вот на маленьких полочках. Что-то еще близко друг к другу. А остальное все такое по пизде. Прям пошло у человека, который тут это пытался распланировать. Взять, наняли себе немножко в разработчики этого, блин, каких-то мерчендайзер. Или как они там называют? Мерчендайзер это, который одну полочку выкладывает. Просто обычно вот работник торгового зала, блядь, из магазина сказали, блядь, нате 20 тысяч рублей. А, мы же в долларах, блядь, тогда 20 тысяч долларов, потому что, ну, видимо, разработчик нихуя не понимает в деньгах. И вот на тебе нам, пожалуйста, разложи так, чтобы было красиво. И он там возьмет, разложит, и все будет здорово. Но нет, блядь, мы вот так вот разложим, что вот тут вот вода вроде как бы есть, газировка, хуяк и Берри Сериал. А потом хуяк, и это еще в другом месте, скорее всего, сок лежит, да? Джуз. А давно ли у нас этот самый фруктовые соки должны храниться в холодильнике? Блять, что с ними случится-то может? Ладно, мы с тобой 6 минут пропиздели, здесь простояли, ничего не случилось. Едем дальше за фурнитурой. За глупой тратой. Не буду я, не поеду. Не хочу тратить деньги просто так. Потому что. Мне нужны, кстати, эти. Мне нужны помидоры. Помидоры мне нужны. И нужны. Что нужны еще? Яблоки, помидоры и персики. Не вижу у тебя ни персиков, ни помидоров, ни яблок, блять. Извини, пожалуйста, дружок. Бисквит, боди ойл, хедфон. Нахрена себе. Онион чипсы. ЕГГС. Ой, пиклс купить, что ли? Давай купим пиклсов и посмотрим, что здесь еще лежит у вас. Нифига себе, приставочки, там все дела, вообще круто, ребята, у вас тут. Угу. Не настолько, насколько возможно. Вон кейс. А, что это вообще? А, вазы, ёшкин кот. Какая-то, короче, какая-то хрень. Вон кейс. Мне это все не нужно, потому что мне все это не интересно. А ты типа тот продавец или что? Или кто? Вот так, тебя на превьюшку. Ай, бля, извините. И вот так его на превьюшку, правильно? Вот так вот. Зашибенски. Едем, идем... Пытаемся продвинуться чуть дальше. Может быть, у вас что продается, нет? Нихуя. Ты брат, что себе нашел? Чуваки, да вы вообще красавчики. Одинаковые два стоят, разговаривают.
кто-то что понимает. Так, ну, я не купил ни яблок, ни арбузов, ни, ничего, потому что нигде не продается это все. Это у нас, знаешь, такие раритетные вещички. Так, еда у нас продается где? Где пожрать-то можно? А правильно, нигде, блин. Типа я как должен вообще это делать? Не знаешь, я тоже клиника, в клинику надо ехать или что? В той шоп, в декорации, в эквипмент, фарм, плюс фурнитур, электроник, джабер, хоус, вейр. Блин, я типа, где пожрать-то? На заправке, может, какая бургерная, типа, я не знаю. В той части была бургерная, ты там просто берешь такой, садишься и ешь. А здесь-то где поесть? Это не должно тебя было так нести-то, ну. Может быть, здесь есть что-то, кроме заправки? Блин, да там пустое здание, твою налево, это же декорация все. А это можно взять, потрогать? К сожалению, нет. Хунгри, хунгри, блин, я понимаю, что он хочет есть, этот персонаж. Хочу заметить, что убрали этот противный урчащий живот. Это меня, несомненно, радует, но теперь вообще непонятно, хочет он есть или нет. Я вон туда в левый угол, это вообще не смотрю. Он мне нафиг не нужен, этот левый угол ваш. Это у нас чё? Это у нас... Это у нас, погоди, это у нас вообще сервис, по-моему, да? Да, это сервис, он нам вообще не нужен. Но бесит меня, конечно, управление здесь. Это просто дикая дичь. Я просто, знаешь, карту вот открываешь на М, а на М ее закрыть нельзя. На Escape ее закрыть нельзя. Я вот кликаю. На правую кнопку не закрывается. Нужно нажать на Close, блин. Спасибо, что хоть не маленькую в углу сделали кнопочку Close, а, ну, блин, в пол экрана. Но все равно это как бы неудобно. Я хочу ММ нажать и все, и типа... И все у меня было бы хорошо. Нет, мы, блин, будем тебе вот так вот делать, чтобы ты... Вот опять я на ямку нажимаю, и все. А он не закрывает. Попробуем, давай с тобой посмотреть, куда съездить. Да... Вот это, в бейкере вот это вот. Но мы туда поедем после того, как товар выложим. Потому что, ну, блядь, там... Ну, восстановишься ты или нет? Потому что, не выложив товар, глупо куда-то уезжать. Пустые полки, с учетом того, что пустые полки. Оп. Оп. Так, 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 так. Печень. Ты дебил, нет. Ты зачем в мою машину врезался? Он стоит, врезался в мою машину и стоит на нее дальше смотрит. Видать, ментов ждет, чтобы они приехали, ДТП оформили. Ну, я просто не знаю, машины с машиной встретились. Видишь, как... Ты-то чё, слепой, что ли, в костюме, умный мужик? И все равно идет хреначит в мою машину. Здесь вот это позиционирование, конечно, ужасное. Я опять, я повторюсь, какой раз уже, что очень тяжело здесь настроить вот это вот... Вы ебанулись, что ли? Хватит уже! Видишь, они все они идут, блин, и врезаются в мою машину. Они придут и врезаются в мою машину. Они идут и врезаются в мою машину. Им вообще все равно. Еще один. Да возьмись. Эта полка как была неглубокой, так и осталась. То есть это даже не важно, какой товар, она просто не кладет. Пирсти. Это что значит вообще? Это на каком языке это? Food, water и все. Я не пью, не ем. Какого хрена у меня... Уйди! Не надо врезаться в мою машину, блин, уходи. Едем, значит, снег что ли выпал? А, это отражение такое.
Город мертвый, прям вообще не хватает машин каких-нибудь, я не знаю, чтоб. Да остановись. Atomic Bakery. Вау. Так. А есть это можно, кстати? А чё, это типа, ну, пончик вот он лежит. Кому пончиков наложил? Зачем? Почему я у тебя это самое, не могу? А это чё? Профитроли играют в шахматы. Почему я не могу купить поесть? Ну, типа, можно же ведь вот так вот сделать? Можно, теперь можно есть то, что ты покупаешь, продавать. Вот оно как работает. Да блин, ты прикинь. А насколько это восполнило мои эти... Те вот... ну, не намного, я так скажу, да. Давай вот так вот сделаем. Офигенно, просто офигенно. Все, я тремя булками наелся, все здорово. Мужик, мы с тобой потом увидимся. А попить тогда получается, что мне надо воду покупать? Вот тебе здрасте. Это надо опять к жаберу ехать. А если надо опять к жаберу ехать, так это надо же ведь вообще теперь вообще. У-у-у. Столько дел, ребята, да. А сколько времени-то получается уже? Ходи, время 18:00. А 21 минута. А на самом деле 7 часов утра почти. Это просто офигенно. Я надеюсь, что жабер в 6 не закрывается, а то будет ну, неприлично. Я приеду, а он закрытый. И все. И что делать? Вот это да, вот это развернуло. Я просто вижу, что здесь нет прочности у этой машины, поэтому как бы, ну, значит, можно ломать, значит, можно врезаться. Ну, потому что разработчик сам уже решил, что, ну, как бы, говно управление. Он один единственный здесь бегает. Разработчик решил, что здесь говно управление, и решил, что, ну, давай лучше мы не будем делать прочность, а то вообще на меня сожрут с потрохами нахрен здесь, потому что, ну, потому что так не делают. General Organic Vegan Ish Salad Dressing. Понял. Все четко и со вкусом. Камера смотрит туда, куда надо. Правильно, молодец. Вот отсюда я спиздить ничего не могу. Камера вообще все видит. Ой. Салис. Салисы мы посмотрели. Так, это я напродавал сегодня. Да, это здорово, конечно. Complaints мне посмотреть. Buy coffee, body oil. Айс кофе явно только в холодильнике продается. Соусадж. Подожди, сосиски бред. Сосисочный хлеб. Кола боттлс. Томата паста. Кола боттл. А там нет другой. Есть, блядь, другая, смотри-ка. Кола боттл эс нужна. Томата паста. Это страубери джелли. Томата паста. Нет, это пейпер капс. Там это паста, там это паста. Неужели она тоже, блядь, вот здесь вот продается? Это крем-чизи. Крем-чизи, батарейки, бля, все здесь лежит. Бисквит, батарейки, средства для очищения чего-то, огурцы, жусипака. Так, мы посмотрим с тобой, давай мы найдем эти помидоры консервированные, мать его, за ногу. Где они могут лежать вообще? Что это, как они выглядят? Это какая-то корна, догфуд, это, блин, вообще горох. Там это паста, а почему она зеленая, почему она развернута ко мне жопой какой-то? Complaints, там это паста есть? Есть, картов я здесь не куплю. Кула боттл купил. Саусаж брат. Брат. Блин, сосисочный брат, надо где-то его, где он продается-то здесь? Сосисочный брат, наверное, продается, блин, там, где брат, братья и продаются, правильно? В этом... пекарня. Мясо, боди ойл. О, боди ойл там со скидки продавался, я помню. Еще что? Еще чего? Клининг спрей. Во, клининг спрей. Вот он.
Высокая цена написана, не будем ничего покупать такое. А вот бодиойл тоже есть. Но здесь вообще, конечно, вообще трындец. Гнут цены только так. Это несерьезно. Это вообще, это никакие рамки не годится. Капиталист хреново. Так. Разворот почти на месте, никто не видел. Никто не видел, я на месте развернулся. И едем, значит... Куда? Правильно. Вот сюда. Body oil. Вот и здорово. Поедем. Расставим товары и, наверное, на этом закончим. Потому что, ну почему бы и нет. Денег заработали, поели, толчок купили, ванную купили. Ванну купили. И купили, значит, товарчиков. И разложили их на полочки. И все у нас здорово получается. В целом игруха забавная такая, знаешь, она не принуждает ни к чему тебя, ты просто играешь и все. Я мимо проехал. Вообще не примечательная очень у меня площадочка с магазином. Так, ты куда пошел? Ну-ка иди купи что-нибудь у меня еще. Как продашь, друг, товарищ? М? Ну, чипс продаешь, молодец. Вроде получается. И это у меня body oil. Знаешь, я ругался на разработчика, что он типа не мог нанять себе этого, как его называют, человека, который бы ему подсказал, как правильно было бы разложить товары на полках в магазине. И я продолжу ругаться, несмотря на то, что я поставил масло для тела рядом с огурцами. Знаешь почему? Потому что я не могу нанять себе человека, чтобы он играл за меня. А он мог нанять. Ой. Как ульны какие-то. Соусаж брат. А это и есть соусаж брат, блин. Ты слышишь, прикинь? А я их и наелся. Так, ладно. Нам показали, что типа ночь наступила или что? Да. Продавец пропал. Вот отсюда кажется, как будто снег. Ну и там снега нет на самом деле. М-м. А если я, ну, не закрою, у меня что, типа, могут что-то своровать? Или что? Или я как-то что-то, может быть, потеряю? Короче, пойдем ложиться спать. И на этом закончим. Линику проезжаем, я живу где-то вот, ой-ой-ой, вон там, где, да, в доме, наверное, с синей крышей. Тут, наверное, вообще все равно, да, как я буду оставлять машину, потому что после того, как я лягу спать или перезайду, у меня все, типа, обнулится и машина встанет там, где она стояла. Old Bed 1. 28 минут у нас с тобой было записи. На этом мы с тобой прощаемся. Пиши обязательно комментарии, вы очень неплохо начали писать комментарии в предыдущем видео. Вообще мне понравилось очень сильно, спасибо большое. Пишите еще, потому что вы можете. И спасибо всем за просмотр. Всем до встречи в новой серии. Вероятнее всего она будет. А в других игрушках пишите обязательно, что можно, во что можно поиграть, потому что я в большом заблуждении... Во что можно поиграть. Просто игр вагон разных. Но я на что не смотрю, оно все какое-то странное. Типа, вот, что бы вам хотелось увидеть, вот. Пишите обязательно, не стесняйтесь. И всем пока.